Киев требует от Варшавы найти и наказать футбольных болельщиков, которые сожгли украинский флаг на марше националистов. Многотысячное шествие прошло накануне в польской столице. Акцию, которую украинские дипломаты назвали позорным актом вандализма, сняли на мобильный телефон. На кадрах видно, как знамя сначала бросили на землю, потом растоптали, после подожгли. Причем весь процесс сопровождался нецензурной бранью. При этом активисты требовали присоединить к Польше территории Западной Украины и литовский Вильнюс. И, кроме того, скандировали антимигрантские лозунги и выкрикивали оскорбления в адрес запрещенной в России украинской повстанческой армии. Киевские власти сейчас активно пропагандируют ее героизацию. Сейчас посольство Украины готовит официальную ноту в МИД Польши в связи с инцидентом.